Сильва, ну, стараться бороться. О-хо-хо-хо. Неплохо. Да. Было хорошее попадание от Каталана. Вот уже Сильва переводит соперника на землю. Ну и посмотрим, насколько хорошее у Алекса Сильвы джиу-джитсу. Вот так очень рьяно лезет в маунт Алекс Сильва. Прижат Каталан к сетке. Очень мне понравилось, как встретил ногой филиппинец в голову своего соперника, но, правда, он оказался на земле. Ну, в принципе, вот такие рисковые удары, они в ММА, как правило, чреваты. Не очень хорошо. Ну, вот, пожалуйста, ситуация меняется. Ситуация меняется, но все равно мы знаем, что в джиу-джитсу позиция снизу, как минимум, она не считается. Позиция пускай. Я думаю, что... Может вытащить. Так, не, может, да, вытащить, а может и не вытащить. В итоге вытаскивает Каталан. Более того, освобождает руку и наносит серию ударов справа. Освобождает руку. То есть понятно, что Сильва хочет, да, Сильва хочет бороться. Мы видим, что Сильва, по-моему, не может сражаться в стойке. Конечно, минус большой, потому что Сильва ударов напропускал. И напропускал он эти удары от дебютанта, которому 34 года. То есть, видимо, даже сказать, еще да, сейчас пытается с рукой соперника что-то придумать. Ну да, он пытается Каталан придумать кимуру. Там далековато, наверное, от как раз кимура, которую пытается это сделать. Зато есть возможность для нанесения ударов. Каталан ей пользуется. Не очень понятно пока, что пытается сделать Сильва. Ну, Сильва, я думаю, просто ждет тут ошибки какой-то соперника. То есть, ну, прихватил ногу и ждет, наверное, когда Каталан будет руку отпускать. И там уже можно будет что-то придумать. То есть, такая позиционная сейчас идет борьба. Не отдает спину Каталан. Ну, все равно, да, вот... Такие бойцы, как Сильва, в смешанных единоборствах сейчас ничего не показывают. Я говорю, что спортсмен достаточно однобокий. Да, просто борется, это скучно. Да, просто борется, да и то пока мы видим, что борется-то он... Не как чемпион мира, да, по джиу-джитсу. Пятикратный, или просто... Да, пятикратный это Каталан, он да, по ушу. Каталан, пятикратный по ушу, а Сильва просто чемпион мира по джиу-джитсу. Но здесь сразу, я думаю, нужно говорить версию. То же самое, что там чемпион мира, допустим, по муай-тай, да. Не знаю, много чемпионов мира по муай-тай, да, но... То есть, если нам не говорят версию, то просто приходится гадать. Ну, мы уже говорили с тобой, Георгий, что мы тоже планируем создать свою версию боев имени Георгия и Романа и проводить бои за звание чемпиона мира по нашей версии. Да, причем, да. Мы оба будем в разных весах доминировать. Вот сейчас Сильва прихватывает шею, пока высоковато прихватил. Скорее даже не шею, по-моему, а захват за рот. Это новое слово в современном джиу-джитсу. Такого захвата, могу сказать, что нету, да, это сейчас. Ну вот сейчас появится, можно запатентовать потом. И отрабатывать на тренировку. Куда это сейчас только что Сильва бил, по-моему, удары наносились прямиком в пах. Правой пяткой. Хорошо защищается от удушения Каталан. Совершенно не паникует в этой ситуации. Ну, посмотри. Ну, он сейчас бьет по туловищу, ну, вроде бы. По туловищу, но еще и по-другому вот эта часть туловища иногда называется. Вот. И выходит на треугольник, равно, или да, все-таки на болевой нарок? Не треугольник, это опять, по-моему, рычаг локтя, но... Смотрим. К сожалению, камер, да, на животе у Каталана. А, все, сдача, сдача, сдача. Камер, да, нет, на животе у Каталана. Нам просто приходится гадать, то есть, насколько рука вытянута, не вытянута.